Сезон арбузов стартовал уже давно. Любители бахчевых уже вовсю лакомятся сладкой ягодой. А вот как обезопасить себя от проблем со здоровьем, возникающим иногда после употребления арбузов? Какие правила необходимо соблюдать продавцам и что важно знать покупателям? Об этом смотрите в следующем сюжете. Наступил сезон арбузов. Бахчевые продают везде – в магазинах, на рынках, с машин, вдоль дорог и тротуаров. Потому соблюдение правил их продажи под особым контролем. Как отметила врач-гигиенист Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Сула, покупая бахчевые, не следует забывать, что они наряду с пользой могут нанести вред здоровью. В торговых точках должны быть документы, подтверждающие качество товара. При реализации продавец должен иметь при себе медицинскую справочку с полным прохождением медицинского осмотра и гигиеническим обучением. Должен быть опрятно одет в санитарную одежду и выглядеть в целом опрятно и ухоженно. Что касается реализуемых пищевых продуктов, а именно бахчевых культур, то при себе и по просьбе покупателей продавец должен предъявить сертификат либо декларацию о соответствии товарно-транспортной накладной и протокол испытаний на показатели безопасности. Согласно санитарным правилам, хранение и реализация бахчевых культур должна осуществляться в стационарных торговых объектах либо в объектах мелкорозничной торговли, места которые определяют местные органы власти. Что касается именно бахчевых культур, они должны храниться в поддонах, то есть не на земле, не на валом. Это запрещено санитарными правилами. На поддонах, стеллажах, и чем выше, тем лучше. Если вы заметили какое-либо нарушение, то в первую очередь обратитесь к самому продавцу. Если же реализация арбузов происходит на рынке, то к администрации рынка, в том числе в санитарно-эпидемиологическое учреждение. Не стоит приобретать бахчевые культуры с поврежденной поверхностью. Это вмятины, сколы, трещины, где-то потертости. И все же лучше не рисковать и покупать арбузы в надежном месте. Внимательно подходите к выбору пищевых продуктов. Этим вы обезопасите себя и своих близких от неприятных ситуаций, связанных с ухудшением здоровья.